чтобы зарядить любой гаджет в дороге, будь то камера, либо телефон мобильный, либо телефон соседа, либо соседки. Вот. Нужен будет вообще, как бы, ну, из моего EDC набора вот такой вот кабель USB Type-C. Еще один кабель, который я с собой постоянно вожу для камер и для других приспособлений, это микро-USB. Всегда в рюкзаке лежит зарядка. Вот. Но сейчас хотелось бы поговорить не об этом, а о чудо-штуке, которая у меня вся грязная в рюкзаке. Вот. Вся в наклейках. Всевозможных. Из Макдональдса, пачек сигарет. Двойная выгода. Что же мы имеем здесь? На 10 тысяч миллиампер Powerbank от Xiaomi. Вот этот вот чехол, на самом деле, его вообще можно было не брать, не покупать, так как сюда нужно вкладывать небольшой такой для зарядки самого телефона кабелек, или для зарядки самого пауэрбанка. Сейчас в пауэрбанке есть Type-C. Лучше было бы, конечно, взять с Type-C, тогда бы обошелся бы одним кабелем. Но поскольку здесь микро-USB зарядка, вот, приходится возить с собой целую кучу проводов. Сейчас заряжен. Грязный, но свою функцию он выполняет на 100%. Держит очень хорошо заряд. Работает на 12 баллов из 10. Вот. Заказать его можно в различных магазинах, можно на китайских сайтах. Ссылка будет опять же в описании, кому интересно. Ему уже больше года. Он за этот год заряжался достаточное количество раз. Проседать я бы не заметил, что он сильно просел. Вот. Но тем не менее его хватает. Компактный, маленький, аккуратный.